Здорово всем! Приветствую вас на канале, и сегодня мы смотрим на Tasty Planet Forever. Продолжение, либо же логичный, логический финал. Не знаю, 2018 год, Dingo Games, все по-прежнему, все как положено. Давайте попробуем. Play. Так, котейка, круассаны какие-то, багеты, Париж, полизеи и крыши. Ну, погнали. A lesson in cleanliness. Cleanliness. Урок чистоты. Как же здесь грязно, фу. Ненадолго. Крошечная кошка? Да. Это прототип. Очищающий робот от моего кузена. Мяу, готов принять инструкции. Поедательные. Скорее, скоро будут посетители. Ешь, все ешь. Мяу, принято. Так, use the mouse, arrow keys or gamepad to control the goldfish. Eat everything. Ешь все, что меньше тебя, в общем, будь здоров. Слушайте, можно и мышкой, можно и клавиатурой, и получается такая эдакая адовая шляпа скоростная. Котейка, да? О, круассанчик. Затхлый какой-то. Так, fucking cockroaches. Как Scarface, да? Так, сколько по времени здесь ограничений есть? Что у нас вообще поменялось? Ну, графически, это как Tasty Planet 2, я думаю. Unity, да, по-моему, все-таки, или нет? Нет, что-то свое. Хотя, могу ошибаться, могу опять что-то навыдумывать, наврачиться в очередной раз, поэтому ничего лишнего такого говорить не буду. В общем-то, котейка толстеет просто конкретно. И это, наверное, хорошо. Мышатинки бегают, сейчас будем мышей трескать. Ну, классика, классика. То есть мы прошли все части... С удовольствием прошли. Tasty Blue, Tasty Planet. Первый, второй. Мы, в принципе, все посмотрели. Ну вот, видите. Разработчик не унимается и продолжает. Продолжает делать что-то такое. Все-таки актуально. Интересно. Фига. Даже глаза шевелятся у котейки. Не, ну здесь, конечно, подошли, да, я так понимаю. Более творчески, более визуально. Улучшенно. Так, будем мы есть, нет, сегодня мышей. Какая жирная кошка. Это жесть. Хвостик такой прям. Ауч. Не, рановато. Рано радуемся. Рано. О, другое дело. Стоять. Я разошелся. Кукроч. Музычка осталась, по-моему, такой же. Чего-то я изменений особо не вижу с музыкой связанных. То есть разработчик вообще не парится. Вставил то же самое, то, что было. Ау, еще и в ножи теперь нельзя попадать. Хорошо. Они же острые, логично. Капитан Очевидность, да? Так, что дальше? Багеты. Ай! 189 теряем. Ну ничего, время вроде бы как не уменьшается, наоборот, увеличивается. Но потом, наверное, будут такие же уровни, где нужно будет на время делать что-то подобное. Потому что мы это уже делали. Ножи тоже есть. Круассаны ешь. Все, ножи съедай, бутылки. Все, понеслась. Багеты нельзя пока? Нет, пока нельзя багеты. Кто это? А, это люди. Это официанты. Порядок... Ауч! Наводим порядок конкретно здесь. Так, выбежали в зал. Ну, прикольно то, что уровни такие, знаете, вот, с динамикой. То есть гораздо шире, больше локаций открываются. Нет никаких лагов, потому что в прошлых версиях что-то там присутствовало иногда. То ли захват, не захват был, то ли еще что-то такое. В общем, какие-то нюансы были. Ай, ёксель. Наверное, не нужно на них напарываться все-таки. Хотя нет, они не должны меня трогать, я же вроде как помогаю. Здрасте. Но эксперименты до хорошего не доводят, это мы уже знаем. Прекрасно, да? Сейчас столы и люди пойдут в обиход. А ты что хотел? Да. Стулья. Люди другие, клиенты. Так, стульчики. Не, ну круто, круто, круто. Йо, какая бандура стала на весь экран. Какая жирная котея. Все, что ли? Я думаю, столы будем кушать, нет? Иногда трех звезд, конечно, не дотянули.
Далее. Leave the streets. Покиньте улицы. Та-ра-та-та-ра-м. Айо-калэмэне. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-м. Та-ра-та-та-ра-м. Па-ра-та-та-ра-м. Как, хватит петь. Когда не знаешь, что сказать, просто пой. Истина. Истина такова, что когда не знаешь, что сказать про игру, или вообще просто пой, и все. Вся проблема будет решена сама собой. Как раз пока будешь петь, заодно и поймешь, что тебе нужно сказать. Так, ну, не поскупились на более детальную анимацию. Вот с музыкой бы можно было бы, конечно, что-нибудь этакое, атакое придумать все-таки. Ох, нельзя велосипедистов пока. Ладно. Пробный забег, если будет интересно, то обязательно хотите, так добьем до конца, пройдем до конца эту игру. Раз уж она вышла, в конце концов. Все-таки свежак. Эпик, хайпанё. 2018 год же игра. Хайп. Новая. Новая. Элитка. Нет, ну тут очевидно, просто музыка сама въедается. Хочешь, не хочешь, она сама просится, чтобы спеть. Ну, знаете, вот это такая смесь управления на всад и мышка, это просто ад. Двойная скорость, я не знаю, так должно быть, то есть это вообще учтено было разработчиком или нет? Я думаю, что да. Что-то как-то долго съедаем. Интересно, какие отзывы в Steam, я что-то даже не посмотрел. Парап-тарам. Да, он говорит. Да, тогда. Все. Сколько? Тоже 1,5 звезды? Нет, даже одну не набрали. Ну да и фиг с ним. Уэйтер. Официант. Огромная кошка в моем супе. Hold down и spacebar to go faster. This will help evade enemies. А, понял. Подождите, а почему я вернулся обратно? Вот из говна он вообще здесь. Почему я пришел обратно? Вот это мне не очень понятно сейчас. Я же... А, это было такое, было. Тоже, я помню, возмущался там, что-то такое было, да? Что... Что-то мне не нравилось там. Как здесь все быстро. Ау. Все, батоны пошли. Багеты. Ля франциш багетес. Багетс. Ля багетс. Ловкач. Тут, наверное, от такой игры глаза разбегутся на монитор, от монитора, от движения от такого, да? Как еще нормально? Там никто еще не это... не вызвал их Тиандра там, нет, перед экраном? Извините за грубость. Чпа! Давай, еще. О, все, пошел процесс. Они все равно по кругу ходят, без толку. Вот что их столько здесь много, официантов? Вот дармоеды, это всем же зарплату надо давать. Каким образом только? Что-то их здесь совсем много. Так. Угу. Ну-ка, двойное ускорение можно сделать? Еще и на пробел нажать, еще и на мышку, еще и... О, да, можно. Смелее. Вот это лабиринты. Ой, как все страшно. Какой страх. Вот это скорость была сейчас, да? У меня аж от плитки... Напольный. Я аж прозрел сейчас. О-о-о. Это специально, интересно, так сделал? Сейчас объем. Обглодаю все. А что они не паникуют? Я, главное, спокойно себе катаюсь. Тут катаюсь, поедаю. Внимания никакого на меня не обращают совершенно. Да... Это интересно. Фурмарк прям. Бюджетный. Да, до звезды не дотянули. Кто-то на улицах. А что это я так быстро на людей-то нападать начал? Во, музыка свежая пошла.
Парижан ем. Я ем парижан. Как они... А, ну да. Да, слушайте, вообще. Музончик прямо пошел такой. Да что ты как мандраж-то такое, а? Просто Алис, скорость. Главное, машина не попасться. А то минуснут сейчас нам быстро-быстро. Да, ребята. Свежачок. Отнюдь. Стоять. Интересно, будет что-то новое? То есть в плане диковинного чего-то. А то так, по идее, все повторяется то же самое. Только играем за кота. Но там на заставке и в стиме нарисовано, что там, получается, другие герои. Ничего себе, что-то я вообще разбосячился. Уже машины нипочем, уже машины сталкиваем вот так, да, аварии устраиваем. Они, интересно, дальше-то едут? Едут. Понятно. Да, ноль внимания. Можно было, кстати, также систему повреждений для машин сделать. Например, толкнул от души, сломал. Было бы классно. Но что-то нет. Не судьба. Ну, здесь авария, все, поцеловались. Отличненько. Так, ребята, 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 я ищу еды. Так, когда же я смогу машину-то поедать? Скучно одно. А то. Ну, во, наконец-то. Ну, котеич. Так, палатки пошли. Тенты всякие. Отлично. Ух, ёксель-моксель. Не, разнообразие в плане геометрии тут согласен. Это приятно смотрится. Но все же, где же диковинность какая-то? Может быть, какие-то спейшалы? Так, 12 метров. Понятно. Просто сметаем весь город. До конца не дают это сделать, но... Да. Систи-бум-бум. Chocolate macarons are poisoned. Eat them to save the day. Так. Chocolate macarons. Только шоколад мне нужно. Шоколадный, чтобы отравиться нафиг. Они отравленные, поэтому я должен съесть все отравленные шоколадные фигулины. Так, время снова идет на... Не на убыль. Угу. Ага. Просто коротенькая такая мини-игрушка, да? Round point. За людьми гоняться. Хорошо. Не привыкать, уже гонялись. Что-то текстура больно знакомая. По-моему, я в EVM такую же использовал у себя. Где-то брал в шаблонах. Ну, бесплатные текстуры есть. Прям целые библиотеки, там гигабайты этих текстур бесплатных, которые можно в коммерческих, некоммерческих целях использовать. То есть где угодно. Вот что-то прям очень сильно похоже. А, там кто-то. Парижане. Туристы. Смотрите, как по пешеходу ходят. Воспитанные, оккультуренные. Не то, что некоторые. По газонам не ходить. Не, концепт, конечно, нормальный. В целом, очень даже нормально. Только вот ускорение меня смущает. Управление одновременно из клавиатуры и с мышки. А если еще ногами, большими маленькими пальцами на ноге нажимать на геймпаде стрелочки, то будет вообще, наверное, улет. Скорость вдвойне.
О, другое дело. Интересное кольцо. Так, хорошо. Сейчас не об этом надо думать. Надо поедать, а не о кольцах думать. Так. И не о воспитанности, и не о том, как играть ногами на геймпаде. Ну ладно. Не страшно, думаю. Седьмой уровень. Tour de baguette. Собираем круассаны. А еще здесь ребята накатывают он. Ну да, я понял. Начинаем от меньшего, заканчиваем самым большим. Ай! Вот ты сволочь. Прижал. Нехило. Отжал у меня здоровье. Вернее, не здоровье, а объем, наверное, мой. Плохо, что как-то одну вставку только вначале показали, а дальше никакого развития сюжета что-то и больше нет. Ну, то есть, да, котейку закупили. От кузена. И на этом все пока. Ну все. Ребята, багетная страсть. Багетная болезнь пошла. Почему на улице из багетов сделана трасса? Объясните мне, пожалуйста. Что за извращенцы эти французы? Tour de baguette. Ай, ёкалы мене. Ну подожди, подожди, сейчас. Сейчас я все съем и за вас примусь. Скорость вообще просто нереальная. Так, 8. Oh no, it's the flicks. Так. 5, продолжаем. Да, я-то думал, ожидал чего-то более такого интересного для разнообразия. Но тут пока, по сути, то же самое все. Не сильно отличается от того, что было раньше. Ну, что, допустим, Тести Блю. Хотя Тести Блю была крутой. Тести Блю была прям реально крутой. Но здесь, скорее всего, тоже будут элементы такие же. Вид сбоку, например. Не только вид сверху, а именно вид сбоку. То есть нырять нужно будет по каким-то местам. Потому что там нарисован был октопус. Как у вас? Осьминог по-русски. Уже полиция за мной охотится. Хорошо. Полизей, вернее. Не полиция, а полизей. Да ладно, чё? Где? Стоять? Стоять. Всё. Девяточка. Fast food cafe. Так, foreign restaurants, chain is buying up the local restaurants. Red awnings to drive them out. Красный только. Хорошо, только красный. Просто выселяем. Конкуренция. Короче, красные торговые ряды убираем. Остальное все... Ай, оставляем. Так, вот еще... Ай, чё-чё-чё-чё-чё-чё. Машину не надо было трогать. Пупсик. Пупсик, машины трогать не надо. Это тоже не надо трогать. Ау. Да ёк. А где еще красные ряды? А, вот. Ничего. А, 23 надо собрать. Ай, дэммит. 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 У меня очки кончаются. Если они, наверное, к нулю пойдут, то я просто помру. Ну, то есть заново придется играть. Ноль. Нет, смотрите, минус 100. Чё за дурдом? Короче. Да, чё-то как-то не блещет разнообразием. Воз сервукс какой-то. Так, there is an outbreak of zombism. Съешь зомби, чтобы спасти город. Серьезно? Теперь уже зомби начинаем поедать. А зачем за мной охотится полицейский, если я... А, не за мной охотится. Угу.
понял. Извини. Под руку попал, под горячую. Да ну не лезь ты прям на него, зачем ты прям к нему-то идешь? Вот бестолковый полизей. Сами, главное, идут к зомби в руки, конечно. Что-то зомби откуда-то взялись. Сейчас высмеивание, наверное, того, что сейчас в трендах, да, как говорится, зомби там бесконечные. Хотя это уже, по-моему, отшумели сейчас зомби. Уже не так актуально, уже и фильмы перестали снимать, наконец-то. И Джордж Ромеро ушел. Ну, в принципе, можно дальше и не снимать. Да не надо. Короче, проще ждать, когда зомби съедят кого-то, чтобы потом съесть зомби. Ну, как у нас классическая тактика, выживает сильнейший. Не надо ходить здесь вот. Так, еще пара зомби и все. Хорош. Да не лезьте вы. Где последний зомби? Предпоследний, еще. Все. Я хочу посмотреть заставку. Ну, сойдет. Так, 11-й. Well, always have Paris. У нас у всех Париж в душе, короче. Ну, наверное. У каждого есть свой Париж. Мандраж. Опять я маленький почему-то. То есть, что это мне приснилось, что ли, получается? Котейке-то приснилось все. Не, вот иногда перестаешь улавливать, что происходит. Я помню, что в последних сериях Tasty Planet 1, 2 и Tasty Blue начинаешь вообще уже потом просто улетать куда-то и просто уже интуитивно пожираешь все, что есть и нет. Не задумываясь о том, что вообще происходит в игре. Но это последний уровень за котейку, я так понял, да? Дальше другая глава. За какого-нибудь октопуса там будет. Ну да, нет, все-таки ожидания были другие. Были слушки, что да, там будет разрабатываться что-то там, продолжение логичное, какое-то завершение или что-то такое, Forever же. Все-таки. Даже на сайте официально, я помню, заходил, когда узнавал про автора, когда рассказывал про музыку, там, про то-се. Воу. А что у меня мыши вообще как бы на меня не реагируют? А хотя да, это же мыши, они же кошку-то боятся. При любых размерах, наверное. О, главные ножи. Не трогать. Хм. А тогда я вроде бы играл на геймпаде. Или нет? Ну, сейчас вспоминаю, вроде бы на геймпад переключался. Ну, некоторые серии были на геймпаде, некоторые были КВМ. Вот сейчас не вспомню. А, вот музыка другая. Но уже лучше. Чик, чик, чик. Ну все. Ножи пошли. Бутылки. Так, да, давай. Расти. Это сейчас получается финальная стадия, где мы будем поедать все вообще. Это я помню. Угу. Там тоже было такое в предыдущих частях. Блин, это рай эпилептика. Вернее, ад, наверное. Такое все дерганное. Багеты разбросали. Свинские. Ребят. Толкаемся. Вообще не реагируют. Ну, мы, в принципе, правильно, да? Мусор собираем. Но это ненадолго, я чувствую. Хорошо. От жадности круассанчик забыл один стрескать. Все, пошли стулья. Угу. Ну, по очереди все, да. О, все, не помещаюсь. Не, ну неплохо. Угу. Выбрались на улицу. Вот это круто, вот это уже интересно. То, что взаимодействие между сценами не очевидно так как-то. Ну, то есть не ожидаешь того, что, допустим, ты... Обычно же мы уровни просто заканчивали, а сейчас мы будем
по порядку все это делать. То есть без подгрузок, без каких-либо там инструктажей, без названия, а просто сразу бац и все. Перемещаемся из ресторана на улицу. Как носит эту кошку, а? Как же эту кошку носит, а? Выносит. Так. Посмотрим. Давайте в этом ролике закончим уже компанию за кошку. А потом перейдем... Если все-таки понравится игра, перейдем... Уже ко второй компании. Кто там дальше, не знаю. Ну, вот по скриншотам, как я сказал, там осьминог, по-моему, птица какая-то есть. То ли рыба опять очередная какая-то. В общем, что-то будет точно там. Так, сколько мне еще ламп этих съесть надо? А, вон машины пошли. Супер. Палатки. Так, ага. Про пройденный этап уже знаем. Уже видели. Щупали, трогали. Что тебя... Почему тебя так носит? Какое-то, знаете, как залипание срабатывает. Хотя вроде не должно такого быть, но залипание срабатывает. Она как подвисает. Ой. Ой, какие страсти. Что за пентагоноподобные дома? Ага. Это интересно. Так, Эйфелева башня. Мосты уже какие-то поедать начинаем. Что-то все съели. Не, круто. Масштабность классная. И вот в плане подгрузок пачками такими огромными все делаем. Я что-то похож не на кошку, а на крысу, на какую-то, по-моему, большую. Только с пушистым хвостом. Угу. Весь Париж. Как пылесос. Одна только пыль. И все. Чирик, 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 чирик. Все. Все. Это муравейник. На город это уже с трудом похоже. Какой-то муравейник. Там чуть-чуть парков там на 80% бетона и железа, там 20% парков всего. Сити-блок. Ну да. Тут дальше какие-то морские приключения. А, вот, смотрите, котейка, осьминог, мышь, пчела, акула, лиса или собака, пингвин и грязь. Ну окей, давайте. Если игрушка понравилась, то пишите комментарии, отзывы оставляйте. Обязательно допройдем. Все, до новых встреч, пока.